Три подруги, предельщицы фабрики «Веретено». Три соперницы по социалистическому соревнованию. Три замечательных мастера, выполнивших уже по два пятилетних задания. Галина Александровна Терентьева, Зоя Петровна Васильева, Августина Михайловна Горбунова. Здесь, на фабрике «Веретено», каждая из них трудится уже по четверти века. Работают в одном цехе, сменяя друг друга. 8 сторонок – такова норма. Передовые предельщицы обязались обслуживать 24. Вдвое быстрее, чем положено по норме, связывают они оборвавшиеся нити. И, конечно, помогает им современная техника. Кстати, внедрение ее было ускорено по инициативе знатных мастериц. Но главное, что отмечают все, кто изучает передовой опыт бригады, научная организация труда. На фабрике «Веретено» нет ни одной работницы, не выполняющей нормы выработки. Весь коллектив предприятия встал на ленинскую трудовую вахту. Говорит Галина Александровна Терентьева. В 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина мы обязуемся выполнить 12,5 годовых заданий. А к концу 10-й пятилетки мы постараемся выполнить 3 пятилетних задания. Это будет нашим вкладом в 10-ю пятилетку.